В отношении той информации, которая касается заболеваний детей 135-го сада города Одессы, в пятницу во второй половине дня часть воспитанников дошкольного учреждения почувствовали недомогание. По данным сотрудников детского сада, таких деток на сегодняшний день у нас 16. Все чувствуют себя достаточно неплохо, идут на поправку. Один ребенок в субботу попал в инфекционную больницу, но по словам руководителя лечебного учреждения, скорее всего, что этот случай не связан с произошедшим в детском саду. Тем не менее, проводятся необходимые лабораторные исследования. В настоящий момент мы еще не знаем, с чем мы имеем дело. Предполагают, что имеет место ротавирусная инфекция. В детском саду сегодня проводится дополнительная санитарно-гигиеническая обработка. Было принято решение сегодня детский сад не открывать. С утра там работают сотрудники Госпотребслужбы, сотрудники департамента образования и науки Одесского городского совета. Проведем полную проверку, тщательный анализ ситуации и рассчитываем, что завтра дошкольное учреждение уже возобновит свою работу.